Я вас приветствую, дорогие друзья. Давайте подождем, пока подключатся те, кто сейчас находится онлайн в Фейсбуке. Так. Берлин, Франкфурт, Кишинев, Бельце. Очень надеюсь, что подключились и некомпетентные сотрудники молдавского МВД. Надеюсь, что сейчас в онлайне находится начальник главного инспектората полиции Александр Панзарь и представитель Интерпола в Молдове. Так, ум исполни, очествуй дом. Так, сейчас, секунду. Так, сейчас, где он? А, в этом телефоне, так. Позад сама щи манипулари. Фак флакеш тебе для кишнел. Ничего не шабирать, иди гора. Так, дискит 4, дипи дискит МД. Шефул Интерпол Молдова, ши шефул ИДП, инфирма нонцулу усаты, ел естин каутарин национала. Так, шефу Интерполу и Молдова. Ну, есть и посибил, карина толсаты с акунаского дичизи, дес прикари еу ну амфост информат. Не декларат тентил. Сау тентил. Ну, что такое, у меня выкнул кнопка. Домнули шефу Роула Интерполу Республика Молдова. Кунаштис фарти бини, к педата де доудзаш патру октомбри, мац анунцат инкаутаря интернационала, ши инклюзив аздатшин Интерпол. Казва информес пиду мне вас, така мою шор с Вафии. И он целек во спуск. Ребята, держите оборону, не съезжайте с темы. До нас, вамярга. Так, у нее укушен документ. Ксанцелеческий у Маукубди секуритатями. К двой кипр ленчаркас маприндис. Кончеркат болванил у плохотнюк с Марапяска, с Мафуридин Федерати. Руса основном со мной. Так. Так, уни, файл Интерполаша. Дичдан Традивар. Куда ты, репет? Педата дидоудаш патру октомбри. Еу Ренато Усатый. Амфост анунсат инкаутаря интернационала. Значит, importance high. High, адика importance, доамни ферешти. From NCB Кишинев, Молдова. Олег, subject, diffusion. Усат Ренату Наскут. Зеру патру он спредзащинул ану минус учаб зашопт. Wanted. Аша. Интерпол файл намба. Домну лишеб де Интерпол. Доми шайс предзащибары. Шайс зашопт. Доу сути об заждой. Позварет шмаймулки. Да. Майлукрат швой. Кс ну дорнисом бюро. Значит. На самом деле. Смотрите, как они интересно выразились. Начальник бюро Интерпола в Молдове говорит, что у Усатого не может быть информации, которую он не располагает.
Пазарь говорит по-другому. Значит, сейчас дословно скажу, чтобы не ошибиться. Так, Саша Панзарь говорит по-другому. Саша Панзарь, начальник полиции, говорит: «Анфермем декларатели лоусаты, ел есть анонсат инкаутари, инклюзив интернационала. Конлукрем к органили интернационали, инведери, рецинери, шекстридери луи». Майму алюляк, домля Панзарь. Дар. Ел есть анонсат инкаутари, инклюзив интернационала. Да, ел конфирм квой, служили луи плахотнюк. Мац анонсат инкаутария интернационала. Ши националы, ши интернационалы, ши поза спуспенсора. Фа конфирм. Интребаря месу налтвел. Ла момент. Ин база интерполулуй. Еу Ренату усатый, карям вот красный угол. Политический интеллекшн сам. Я объясню людям. Красный угол, это обозначает задержать, арестовать. Значит, на самом деле это было 24-го. Но в базе Интерпол сегодня этой информации больше нет. Они меня сняли. Поэтому вы правильно говорите, что мы подали в международный розыск Усатова, в Интерпол. Но Интерпол нам отказал. Вы правильно выражаетесь, господин Панзарь. Или на русском, или воляк по-молдавски, но не миг страшник. Ворбит Саша Кумптец. Дарнус Пунец, Квой Мацанунцац, Колоборас. Куси не Колоборас мы, Флекейлор. Я каждый день сижу, жду молдавских полицейских, как Хатико на Киевском вокзале, и все, сижу, смотрю, все пассажиры разошлись, нету. Ни Ковкалюка. Значит, иногда так вокруг меня круги наяривает Татарчук, это представитель МВД Молдавии тут в России, который стоял, снимал меня, я его видел, когда я голосовал. Че вы врете столько людям? Войколо Бараз, вы там пытаетесь установить мое местонахождение. Весь мир знает, весь Фейсбук, где находится усатый. Саша Панзарь с Ковкалюком пытается определить мое местонахождение. Ну, просто маразм какой-то. Сейчас я обращаюсь к молдавским журналистам. Значит, ребят, значит, открывайте сайт interpol.int. Значит, напишите имейл, что вот молдавские власти сообщили, что усатый находится в международном розыске по линии Интерпола. И имею международный мандат на арест. И спросите у Интерпола в Лионе, правда, что усатый находится у вас или нет? Вам скажут. Вы задайте второй вопрос. А вот молдавские власти говорят, что он находится в розыске. Если он не находится, почему вы отказали молдаванами, на основании чего? И вам придет ответ. Значит, я попросил адвоката это сделать. Это может сделать любой журналист. Ну, кроме Плохотнюковских. Вот, и вам Интерпол, центральный офис Лионе, подтвердит, что усатый не находится в международном розыске. Штерминас домнули Панзарь с повестиц истории. Катари так спуни маша Панзарь его выдрептать один рупок дивидери. Кил спуни кусатый есть анунцат инкаутари. Дощечь квой болвани маца анунцат астанунцам на кьюсунт инкаутари интернационал. Два. Они пошли по варианту диффузии. Что это такое? Объясняю. Значит, они пишут конкретно уже не в Интерпол, когда они видят, что в Интерпол, ну, не слушается Плохотнюка. Значит, они начали давать запросы, они могут давать в отдельные страны конкретно. Например, в Россию, в Румынию, в Германию. То есть они уведомляют, что усатый находится в розыске, скажем так, Молдова с государствами, с которыми у них есть соглашение взаимовыдачи. Они могут написать это. Но когда я вот говорил сейчас с правоохранительными некоторыми товарищами в европейских странах, с полицейскими, кстати, не с болванами, как наши Плохотнюковские, значит, которые говорят, мистер Усатый, значит, с момента, что в базе Интерпола нет международного мандата на арест, Интерпол отказал молдаваням. Все эти писульки молдавские о том, что они вас ищут за то, нас не интересуют. Поэтому думайте, что вы говорите. И еще раз, обращаюсь ко всем журналистам. Факу напел Катритоц журналисты. Ворог контактат с Леону, он скрис. Да, центробаре конкретно. Ну, так ему анонсат молдовенин каутаря интернационал саунук. Молдовенин ему анонсат.
Дашечки Йом Фост и Интерпол Шаста Змусунд, Аста Дежа и Ялчева. Поэтому пусть не путают двери троллейбуса с дверью Жигулей. Я кастая ситуация. Значит, поэтому, дорогие друзья, значит, сейчас ждем официальный ответ Интерпола. Мне сегодня сказали, слушай, давай получи, выйдешь с письмом и так далее. Но, вы знаете, для меня важно, что Интерпол послал Плохотнюка вместе с его прокурорами и так далее. Поэтому все остальное уже как бы маленько неинтересно. Так же, как эти сегодня, они хвастаются, то, что они запугали этого Чубану, значит, Маларчука, о том, что, ну, чтобы те дали показания, что Усатый все-таки хотел купить показания Проки и так далее. Идиоты. Реальные показания они давным-давно дали, и дали там, где их надо. А вы кушаете дальше молдавские котлеты. Желаю успеха всем прокуроришкам и карманным судьям Плохотнюка. Вместе с карманными милиционерами и такими же судьями, которые служат. Есть хорошие, но их, к сожалению, не так много. Треск по пору, значит, и идем вперед.